Попытаемся сейчас мы это самое. А еще говорится, я так всего вожу. На Мерси и всякой шляпы. Я всегда, ну как бы. И колодки он там возит. А ремень. Машина надежная. А там сзади. Машина будет очень надежная. Ну да, если с ней возить по. Да, с собой полностью. Ну и правильно, с другой стороны остановится он сейчас на дороге, с Москвы ехал. Ну да, сейчас тоже. И никто ничего не даст, правильно сетку делает? Сетку год возит, я ему подарил сетку еще. Что, она там то, что надо. Сейчас какой попытаемся год? Снять фонарь. В сентябре, и лезть вот сюда до этих вмятин. Почему? Потому что мы не хотим как бы сверлиться. Машина новая, красивая. Машине сколько лет? Машине, ну это, 4 года. 4 года, еще все, новая. Один короче. Вижу, один этот. Мне вот, не хотим сверлить. Фонарик. Достали вот эту красоту изнутри. Тут достают ребята. Самые, которые называются. Да, такие штучки у нас красивые. Не надо вот эту. Вот. Вот, и что тут видим? Срач полнейший, вот это гнилье. И что? И что мы там видим? Придется, наверное, ломик и снять фонарь. Что-то там открутили, а оно лё, да? Ну, по идее, все. Интересно. Вот сам загляни, блин. Ребята там третий болт все-таки нашли, откручивают. В итоге, наверное, снимется. Ну, я поставил на всякий случай на зарядку. Пистолет на зарядку. Господи, что я говорю? Мама моя. Вот что называется дни отдыха. Начинаешь уже слова путать. На разогрев, чтобы он в режим входил потихоньку. Подтапливаем мы тут. Ну, пока что у нас еще 13,7. А на улице вчера был красивый снег, а сегодня уже лето. Вот такая вот красота. Сайт. Все вот льется. Вот, пожалуйста, вчера была нормальная зима, а сегодня все тает. Обидно. Солнце и все. Пожалуйста. Что хочешь, он все тут льется. Вот так вот. Зима нас радовала ровно полдня. Ну или день. Надо натопить, чтобы было тепло, чтобы красочка, вернее лачок, был более эластичный. Да. Вот так. Да. Ребята сняли, сейчас мы посмотрим, все покажем. Вот он фонарь, на нем раз, два, три и вот четыре. Вот. Сейчас включим подсветку и посмотрим. Можем мы сюда добраться или нет? Сейчас показываю. Значит, вот у нас что получается. Раз, два, три и четыре. Вот на этих выступах. На них, как правило, это самое. Здесь, насколько мне показывают научные сотрудники, да, вон там вроде бы все, да, все, там хоть все видно. Засунул. Что самое интересное, вон даже... сейчас попытаюсь я его... Вон даже чопик такой, можно с арки крыла крючком залезть в итоге. Вот, по идее. Похоже, в ну что, попробуем сейчас, да. Хотя я чем-то. Я и отсюда вижу. Вот, теперь вопрос. Скорее всего, вот сюда можно будет поставить S-образный подвес, подвесить крючок и работать на скручивание. Ну, языком говорить, конечно. Посмотрим, как на самом деле будет. Ну вот, посмотрим еще раз. Вот такие плавные две вмятины видны, и дальше вот третья. Она такая, вот в этом месте, вот она. Небольшая, как бы несущественная, но все равно, попытаемся, значит, что я решил. Вот подвесики вешаем вот отсюда. Подвес. Ставим крючок и чем-нибудь вот таким. Опять же, тут, наверное, все-таки крючок будет островат, надо что-то будет подать. Потому что вмятины большие, пологие. Вот. Я их сейчас обстучу еще, попытаюсь клеем
немножко обдергать клеем, потому что такую большую вот таким крючком ее не поднимешь, только можно на кон ставить. Вот. И опять же плечо, большое плечо, вот здесь мы видим, здесь маленькое плечо, а здесь работать будет неудобно. Поэтому я все-таки начну с того, что обстукивать эти вещи, вот, и поднимать немножко клеем. В принципе, клей здесь, а пистолет в режим вошел, все есть, все как бы есть. Вот так. Такой будет ход работы. Вот он, замечательный карандаш. И вот что у нас получилось. Вот серповидная такая она красота, а здесь ровная. Вмятина там, конечно, есть. Вот обратным молоточком я пытался. Она уже не уходит. Вот пусть хозяин пробуй руками оторвать. Попробуй. Да попробуй. Не. Что хочешь пробовать? Нет, ну этим не надо, руками. Ты этим понятно, можно... что ты там бумага. Бери. Пробуй. Вот руками. Да посильнее, не бойся. Я не смогу. Не сможешь. А теперь сейчас, да? Вот. А теперь святой водой. С водой. Что надо делать? Не, потихонечку. Святой водой сейчас полили мы вот. Мензурочки. У нас есть святая вода. Это что ж такое-то? Вот святая вода у нас есть. И мы ее немножко вот так раз. И все, и сняли. А святая вода. Руку дай. Что так? Понюхай, чем пахнет. Спирт, что ли? Да? Самогонка? Спирт. Чистый спирт. Вот. О, перетянули. Как хорошо перетянули. Красота. Из ямы стала маленькая шишечка. Чему я несказанно рад. Все, видишь, не так. Ну что, вот что получилось. Шварик. В итоге, конечно, не в идеал. Здесь надо, здесь, но все равно, в принципе, вот здесь я вижу как бы еще небольшой провальчик. Вот, ну сейчас я его подразобью и еще, а вот дорабатывать можно тогда уже крючком. Я так думаю. Ну так потихоньку. Шишечка была вот здесь, где мой палец, я ее чуть разбил, а теперь с трех мест с краев, вот здесь надо чуть поднять и подразбить. Понятно, уже вот так, как вот эта вот блямба, она не смотрится у нас, уже более-менее ничего, ну, то есть крючочком можно дать. Ребята, он в войнушку играется в таньке, вот, а я тут продолжаю. Вот здесь еще надо клеем. Тут чуть больше. Вот, и в принципе вот. Будем дергаться. Когда чуть-чуть вот такими маленькими. Вот. Когда чуть побольше. Вот такими вот. Ну, вот так будем сновать. В принципе уже ничего. Артиллерия, а если был бы обычный танк, я бы перед собой ехать, мне надо было. У них тоже танк. Вот сейчас салфеточкой протираем и смотрим. Что тут получается? Да получается. Вот тут шишечки подзабить. И в принципе. Будет ничего. Чуть крючком вот там можно будет дальше попасть или тоже дернули. Дальний бьет или как он вот делал? Я ж не знаю, никогда не играл. Тут кнопочки какие тут. Ты есть. Уезжай оттуда, то что тебя сейчас спалят. Ребята, вон тут. О, назад, 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 езжай. Или вперед куда-нибудь. Ты
там один остался. Короче, у них там свои проблемы, свои. Тут не хочет выходить. Придется, наверное, вот здесь что-то делать. Не хочет выходить всей плоскостью, выходит кусками. Противное место. Вот такими зараза идет сками, и все. Не хочет. Хозяину говорит, дырку вот здесь сделай, он уперся тоже. Не хочу и все. Ну и хозяин всегда прав. Как есть, так и есть. Но я камень оставлю, буду потихоньку вот так вот точками, точками, точками брать клеем, выклеиваться. А что делать? Тоже потихоньку, потихоньку, конечно. Блин, ничего не видно. Засвечивает. Ничего не видно. Ну вот такая хрень получается пока что. Вот. Хоть и снежит, но видно. Вот. Еще повторюсь, хозяин отказался, поэтому приходится делать клей, разбивать, дергать, разбивать, дергать. Ну уже в принципе как бы это в лампе и при хорошем увеличении видно. Но тем не менее резкость не хочет наводиться. Вот уже как бы результат на 3 с минусом сделал. Теперь надо сделать на 3 с плюсом, потом 4 с минусом, потом на 4 с плюсом хотя бы. Вот. Они сейчас спешат им в Москву опять ехать. Вот, это просто жали сюда в гости на Новый год, ребята. Ну и вот попросили помочь немножко. Ну что, особо снимать нечего. Будем разбивать, клеиться, дергаться, разбивать, клеиться, дергаться. Ну что, в этой лампе посильнее детализация видна, чем в той. Вот именно на таком цвете. Он коричнево-золотистый. Вот, как бы получше вроде видно, и цвет уже вот теплый, и здесь коричневая, коричневого цвета вот машинка, вот такая вот, и как бы неплохо, хорошо видно все. Ребята продолжают танковать, а мы продолжаем доканчивать начатое. Ну уже тут не особо сильно видно, но видно еще. Продолжаем выклеиваться и чуть вот таким маленьким кучком упертый металл на мерсике. Вот, не очень хочется равняться, поэтому клей крючок, и только так, и никак иначе. Вот, вот такая эпопея у нас. Вот тут еще что осталось. Вот. Да, господи. Ну, уже, в принципе, похоже на то, как должно быть. Извиняюсь, что вот так снежит. Но вариант такой, что вариантов нет. Короче, было 4. Стало. В танки наигрались, он собирает все назад. Как бы. Короче. Сейчас чуть мы тут это место. Тут кое-где я по мелочи поднастучал. Сейчас я полирнусь слегка. И будет чики-кваки. Ну, вот такой пятачок. О, фонарь уже на месте. Как он тут и был. Все, полируемся и огонь. Уже пошли движения. Все поставили. Пошли движения на сбор всего того, что берется в дорогу. Уже к нам отношения не имеет. Ну что, доволен? Да. Ну ты хоть посмотри, лапой помаши. Вот. Что все хорошо. О. Все, вот так вот. Как вот машина это называется? Мерседес, чего? Бэмс? Форд Торнео. Не, серьезно. C250. Вот такой модный у нас мерс в гостях был. C250.
Ну, если знаете, куда ехать.